Шестой аят. Ихдина сиратал мустаким. Мы просим Аллаха вести нас прямым путем. Это тот путь, который ведет человечество в рай. Путь единобожия, путь поклонения, путь истины. И он только один. И почему же мы в каждом намазе просим «Ихдина сиратал мустаким»? В каждом намазе, в каждом ракагате мы читаем эту суру и читаем «Ихдина сиратал мустаким». Что, мы не на правильном пути, что ли, стоим? Вот пока мы в мечети джамаат, пока мы слушаем хутбу, пока мы читаем намаз, духовно обогащаемся, мы стоим на сиратал мустаким. Но стоит только выйти наружу, и нас, к сожалению, преследует очень много соблазнов, которые уводят нас от прямого пути. И человек, на самом деле, очень быстро может отклониться от этого истинного пути. Мгновенно. После намаза встретили кого-то и пошли сплетни обсуждать, рассуждать про кого-то еще. Мы часто уходим. Мы часто отступаем от этого сиратал мустаким. Вот поэтому каждый раз мы просим Аллаха, верни нас. Держи нас на этом пути. Установи нас на этом, иди нас сиратал мустаким и не своди нас с этого пути. Каждый намаз, в каждом ракагате мы читаем эту дуа, а это есть дуа. Иди нас сиратал мустаким. Веди нас, Аллах, прямым путем.